Соловьевские и скобеевские бредни дали свои плоды. А вы верите, что Путин схватит у него сил, да? А это мы должны ему помочь. А как? Так, вот не уклоняться, вот положим, от службы нужной в армию, да? Донецкая и Луганская им было мало. Финляндию подавай. Это наша территория, исконная, ранешняя, российская. Финляндия? Да. Это наша территория. И тогда мы выйдем к Балтийскому морю, и не будут всякие шведы, которых мы не дотопили, оказывается, в Чудском озере. Помните, да, такой случай? Ну вот все, я так думаю. Не дотопили? И это, говорит старушка, у нее же, наверное, дети, внуки. Не дотопили. Ребята, это вообще как? Прямой призыв к новым убийствам других народов? Вот надо убрать Польшу, Прибалтику, вот такую, которая нас не уважает, неизвестно за что. Ну, Финляндия, вот сюда мы выйдем, такое окно будет. Окно будет! Вот только не в Европу, а в... Ну, дальше додумайте сами.